Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте. Сегодня медицинская отрасль переживает не самые лучшие времена, особенно в преддверии надвигающихся реформ в системе здравоохранения. Принесут ли они улучшения или нет, пока что это только эфемерное обещание. Но для любой реформы необходимы, конечно, финансы, в чем мы испытываем колоссальное затруднение. Но кроме финансов, для того, чтобы провести реформы, необходимо, конечно, еще и терпение. Со стороны медицинских работников нужно еще и иметь здоровье. И вот профсоюзная организация Николаевского областного обкома профсоюза делает все возможное, чтобы у медиков был в здоровом теле здоровый дух, чтобы они могли преодолевать все трудности и препятствия, которые стоят на их пути. Сегодня мы не зря находимся в городе Очакове, на замечательной базе отдыха Очаков, где проходят традиционные спортивные игры медицинских работников, что и, собственно говоря, и подтверждает, что эти люди полны оптимизма, и у них таки в здоровом теле здоровый дух, а это обеспечивает их качество жизни. Вот среди медиков часто или во всяком случае встречаются такие недовольные высказывания, что профсоюз изжил себя, что профсоюз уже перестал выполнять свою функцию по защите прав, в общем-то, медицинских работников. Ваша точка зрения на сегодняшний день, что делается профсоюзом, чтобы все-таки доказать или сказать, что профсоюз жив, профсоюз выполняет свою функцию? И сегодняшнее мероприятие является, наверное, тому подтверждением. Спасибо. Я с большим удовольствием, Петр Петрович, что программа ваша обратилась к нам и вот сегодня освещает прекрасное спортивное мероприятие. Это спортивные игры, как вы назвали, или спартакиады среди работников здравоохранения области. Что касается вашего конкретного вопроса по защите наших членов профсоюза, работников здравоохранения. Мы сейчас живем в очень непростое время, очень непростое время. Последние два года у нас с декабря 2013 года заморожена заработная плата. Вы знаете, чтобы знали, что работники бюджетной сферы, это работники здравоохранения, финансируются. У нас есть единая тарифная сетка, которая, к сожалению, не работает в том объеме, как она была задумана. Если у нас минимальная заработная плата одна, то первый тарифный разряд, где высчитывается наша зарплата, она встает на 366 гривен меньше от заработной платы. И, естественно, два года не повышая заработную плату, а мы все живем, мы ходим в магазины, мы кушаем, мы смотрим, как повышаются энергоресурсы. Мы находимся в период, когда идут зоны, у нас есть АТО, когда очень многие медицинские работники сегодня направлены работать. А наша область Николаевска одна из тех, которая имеет самый большой дефицит кадров. Естественно, нашим медицинским работникам приходится работать за того парня, за два, за три человека. К сожалению, оплата труда у нас предусмотрена в нашем государстве только 1,5 ставки. Я думаю, что сегодня очень обидели работников бюджетной сферы, в том числе медицинских работников, что сетка не работает, сняты доплаты и компенсации. Мы понимаем, что в стране, но сегодня самое главное, я думаю, сегодня можно не купить там пару обуви, можно где-то ограничить себя продуктами питания, но сегодня нельзя махнуть волшебной палочкой и сказать: люди, не болейте. Ну а теперь давайте вернемся к тому событию, ради чего мы здесь находимся с вами в Очакове. А вот скажите, с точки зрения вот вас как председателя, это традиция? И почему она так долго сохраняется? Петр Петрович, вы знаете, я думаю, что это того, что наши медики вот, по духу своему, вот они преданы не только
принимают участие в этих спортивных играх, но они по духу, по своей профессии, они пропагандируют здоровый образ жизни. Ведь у нас не профессиональные спортивные соревнования, у нас именно спортивно-физкультурно-оздоровительные мероприятия. И поэтому на протяжении очень много лет, я работаю давно в профсоюзе работников здравоохранения, и здесь, если посчитать, я уже даже не знаю, какая это по счету спартакиада, может даже 50, 60, а может и 100, мы никогда не считали, мы считаем, не это главное, мы главное того, что проводим. И вот сейчас в это тяжелое время в городе Очакове мы собрались на наши традиционные спортивные игры. Сегодня принимает участие Принимает 40 команд лечебных учреждений и 320 участников. Принимает команды с районного в области, это центральные районные больницы, центры первой медико-санитарной допомоги, областные и учреждения города Николаева. Сегодня откликнулись. А самое главное, вот вы, наверное, покажете наше открытие. Мне приятно, что сегодня наравне с ветеранами спорта, которые много лет принимают, сегодня очень много появилось молодежи. Это очень радует, что наши молодые медики нас поддержали, приехали и приняли участие. Я просто хочу сказать, что все-таки профсоюзы не стоят в стороне, а делают все возможное, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. И это непосредственно должно касаться, прежде всего, медицинских работников, которые, собственно говоря, и пропагандируют этот постулат. А теперь давайте поговорим об оздоровлении. Мы приняли решение проводить оздоровление на базах отдыха. Прежде всего, мы находимся на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Очаков», где могут проводить не только взрослые, но мы берем и взрослых с детьми. Мы проводим оздоровление в зоне Коблева и проводим в зоне железного порта. Мы заключили договора. И заключили договора с оплатой 30% стоимости путевки за счет нас, за счет областной организации. Но подчеркиваю, только членам профсоюза. И установили квоты. Если ты член профсоюза, то 3 лет, тебе 30, свыше там. Ну, а может быть, более детально сейчас расскажет обо всем этом лучший наш председатель районной организации профсоюза работников здравоохранения Медовец Лариса Алексеевна. Лариса Алексеевна, мы сейчас с Евгенией Николаевной коснулись такой функции профсоюзов, как оздоровление наших медицинских работников. Вы работаете в одной из крупнейших лечебных учреждений Жовтневого района. И как обстояли дела по оздоровлению ваших медиков вот в текущем году? Спасибо этой передаче, что у меня есть возможность высказать свое мнение и об оздоровлении, и, в общем, о профсоюзе. Да, действительно, самая большая организация в области. Я уже очень много лет работаю, и, по-видимому, на сегодняшний день, наверное, вот наша организация стала, что практически объединяет две большие структуры. Это Жовтневая центральная районная больница и Жовтневая ПМСД. Мы селом работаем, они очень довольны, что мы все-таки вместе. И вот уже третий год наша организация занимается оздоровлением людей. К сожалению, действительно вот так получилось, это такое сложное время, что санатории сейчас недоступны нам по тем деньгам, которые сейчас за свои деньги купить. И поэтому это просто жемчужина вот именно профсоюза, что сумели сделать вот такое оздоровление для наших медицинских работников. Значит, первый год, когда оздоровляли, то есть какое-то такое еще вроде недоверие было. Сейчас третий год, растет количество желающих оздоравливаться. На базе Коблева, Очакова и в жемчужине железного порта – это «Волна-4». Значит, я в этом году тоже ездила туда, уже сама лично посмотрела, в каких условиях люди отдыхают, как воспринимают это все. Поэтому уже вот каждый год возрастает количество людей. В этом году мы где-то до 100 людей оздоровили нашего взрослого населения. И, естественно, мамы и папы могут брать своих детей и также на базе отдыхать вместе с детьми. Лариса Алексеевна, применительно к сегодняшнему мероприятию, вот лозунг «В здоровом теле здоровый дух», вот сегодняшнее мероприятие и ваша больница представлена коллективом спортсменов, которые участвуют во многих видах соревнований. Мне остается только пожелать побед, потому что это и ваша заслуга победа, профсоюза. Да, вы там перетянули канаты. Очень хорошо. Вот, я вас поздравляю и желаю только вашим участникам, да, собственно говоря, всем участникам только побед, какими-то они, какого достоинства они бы не были.
Лариса Юрьевна, сегодняшнее мероприятие, оно, во-первых, традиционное. Без всякого сомнения, это праздник для медицинских работников. Я у вас, как у руководителя департамента охраны здоровья города Николаева, хочу спросить вот об одном. Как правило, в своих коллегиях, в аппаратных совещаниях вы принимаете решения. Здесь вы не принимаете решения, а вместо вас решение принимает ваш коллектив. Кого, у кого выиграть, кому проиграть и так далее и тому подобное. Вот ваше общее впечатление и целесообразность этих мероприятий, которые проводятся традиционно на базе отдыха Очакова. Ну, должна сказать, что мы и работаем коллегиально. Не только Лариса Юрьевна принимает решения, мы всей коллегией принимаем решения. Но сегодня такие мероприятия, как сегодня, они дают людям почувствовать командный дух. Командный дух фактически присутствует в их работе, потому что сегодня, наверное, профессия медицины, в медицине, медицинского работника, как ни в какой другой профессии, можно почувствовать чувство плеча и этот командный стиль работы. И может, некоторым надо еще и поучиться этому командному стилю работы. А вот сегодня, когда не только в работе они могут проявить этот командный дух, но и в спортивных состязаниях, и между коллективами, а не только в своем коллективе, я думаю, это немножко расширяет возможности и духовные, и моральные, и просто пообщаться друг с другом, вот таким большим, огромным коллективом нашей медицины области. Как вы считаете, вот эти мероприятия, они способствуют тому, чтобы мы преодолевали все те трудности, которые нам начертаны будущими реформами системы здравоохранения? Я думаю, что нам с вами не первый раз приходится преодолевать трудности. И не бывает, наверное, ничего, что дается очень легко. Всегда что-то, наверное, человек рождается в муках, да? И что-то хорошее всегда появляется через какие-то трудности, через тернии. Я думаю, что вот такое общение, скажу, с разных районов здесь съехались люди. Они не только обмениваются сегодня мнением, что у нас в медицине, и здесь они обмениваются и политикой, здесь они и социальными вопросами, как решаются. То есть здесь немножечко даже расширяется их кругозор, их общение. Они понимают, в каком районе что как происходит, где, может, нужно что-то подчерпнуть. Ну, то есть эти такие моменты дают, конечно, безусловно, огромное возможность того, что люди чувствуют поддержку друг друга. А всегда, когда делаем какое-то общее дело, должна быть поддержка. Не может один решить проблемы глобальные, тем более в реформировании здравоохранения, если он не будет знать мнение других, если он не будет чувствовать поддержку других, если, скажем, наше общее мнение, как мы это понимаем как медики, мы не сможем донести до людей. Потому что не все сразу, что реформируется, на первый взгляд воспринимается. Мы, медики, некоторые видят эти возможности, которые уже будут через определенное количество времени, что, скажем, не видят простые люди. Им кажется, что некоторые моменты, неприемлемые. А мы, некоторые моменты бывают такие, что их нужно преодолеть для того, чтобы потом было лучше. Лариса Юрьевна, я так понимаю, что такое общение на спортивных площадках только является плюсом для наших медицинских работников, для нашей многочисленной армии медиков, перед которыми стоят определенные задачи. И самое главное, что это все будет способствовать для того, чтобы они их преодолели. Вам огромное спасибо. С вами рядом молодые люди, Сережа и Алеша. И они участники этого всего происходящего. Поэтому я хочу сразу спросить, Сережа, какой любимый твой вид спорта? Шахматный спорт. Мой любимый вид спорта. Да? И ты там принимаешь участие? Да. У меня есть разряд по шахматам, третий. Сережа, я могу тебе только пожелать удачи. Пока что вот на этом поприще, на уровне спартакиады медработников, но не останавливайся на достигнутом. Алеша, а ты отдаешь чему предпочтение? Тоже шахматам. Но еще нравится посмотреть, как играют там в волейбол, в теннис. Как играют вообще спартакиада, как происходит все.
Ну, в дальнейшем, вот в чем ты себя видишь, вот в чем ты можешь себя проявить как спортсмен? Ну, думаю, в теннис поиграть. Замечательно. Ну что, Сережа и Алеша, я вам желаю только дальнейших успехов. Почему? Потому что будущее принадлежит вам. Вам решать очень многие проблемы. И именно спорт, если вы так правильно сегодня к этому относитесь, то я думаю, это будет на благо вам и всей нашей молодежи. Я вас, во-первых, приветствую, во-вторых, просто желаю всего самого-самого лучшего. И спасибо за то, что вы приняли участие в нашем интервью. Наталья Арканьевна, вы представляете самый большой коллектив Николаевской областной больницы, который традиционно занимал самые престижные места в этих соревнованиях. А чем вы сегодня можете похвастаться, какие победы уже были одержаны, и что вы пожелаете вообще сегодня всем тем медицинским работникам, которые принимали участие в сегодняшнем спортивном форуме? Да, наша команда раз в два года обязательно участвуют в соревнованиях, которые проводятся на базе отдыха Очаков. Также мы всегда участвуем в соревнованиях, которые в течение года проходят по разным видам спорта. Команды наши бывают, занимают и призовые места, и бывают чемпионами. В этом году на фоне всех соревнований, которые здесь проходят, самая сильная у нас команда, я считаю, по волейболу. Призового места не знаю, будет у нас оно сегодня первое, второе или третье, но ребята стараются, играют. Участвуем также и в других видах спорта. Я хочу сказать, что эти соревнования – это не просто вот мы приехали, соревнуемся за победу только. Нет, это еще встреча с друзьями, встреча с коллегами, с которыми мы в течение года, двух-трех лет не виделись. И эти встречи всегда радостные, они приносят в душу радость общения и делишься своими впечатлениями и о соревнованиях, и вообще о нашей жизни. На сегодняшний день команда у нас стала, я считаю, немного слабее. А почему слабее? У нас идет смена поколений. И очень радостно, что на смену нашим таким ветеранам, как Карпова, как Гук, приходят молодые. Это и Никулин, и Рой, и другие. И я надеюсь, что с приходом новой команды нашей, но нашей молодежи новой, что мы будем также занимать призовые места. А всем хочу пожелать очень хорошего и крепкого здоровья. А чтобы было здоровье, надо заниматься спортом. Поэтому я всех агитирую участвовать во всех соревнованиях и заниматься спортом и дома. А вы представляете Николаевскую областную детскую больницу. Сегодняшнее событие как-то вдохновляет коллектив. Какие достигнуты уже победы, чем вы можете уже сегодня гордиться? И вообще, что это для коллектива, вот эти массовые соревнования? Этот форум спортивный проводится раз в два года. Мы добились сегодня победы в перетягивании канатов мужчины. Это уже пятый раз подряд. Я надеюсь, наша администрация отметит это дело. Я всем желаю тоже побед, не просто съездить на море, отдохнуть, подышать воздухом, а еще и привезти домой золотую медаль. Каждый раз это приятно. Наша передача подошла к концу. Мы показали несколько эпизодов из сегодняшних соревнований, которые традиционно проводятся в Очакове в рамках спартакиады или спортивных игр медицинских работников. Это наши коллективы продемонстрировали, что в здоровом теле всегда есть здоровый дух. И
еще раз доказали, чтобы тело и душа были молоды. А это так необходимо всем нам, медицинским работникам. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Занимайтесь физкультурой и спортом. Это обусловит вам нормальное качество жизни. С вами был доктор Зайцев.